А вам надо что-то там помогать? Не, у нас это... Дядюр там уже отправился. И они уже... Может быть, я не знаю, Саш, как там получится. Жена? Саш? Проблемы со спиной. Нет, груз у них. Но он, дяденька, большой. И он, как мы будем перевешками. Пошли сюда. Убери с лица-то, блин. Нет, ты стой. В Тамбове, может. Ты покажи. Ты. Я не пойму. Тайм-аут скажет. Не плачь. Сейчас мама позвонит. Теперь вы к нам. Нет? Не идет? Что, не идет? Вот, только сейчас гудок пошел. Угу. Теперь выслушай. Делай громкую связь. Делала громкую связь. Мы говорим, вы сейчас придете, налейте там вино. Кристине с Сашей тоже налейте по 100 грамм, если у них есть время. Или красное вино там. Или 100 грамм. Красное вино испанское, кстати. Вот, вы можете там это... И, короче говоря, посидите и согрейтесь. Ну ладно, не стойте, идите, не стойте. Не надо, замерзли уже. Мамка замерзла? Идите. Ты замерзла? Идите. И Марина замерзла, она долго стояла на улице. Мы тут хоть здесь были. Идите. Идите, да. Все, Марин, идите. А мы сейчас так обойдем потихоньку. Да, идите. Марин, не стойте. Юр, давайте, идите. Юр, Саш, все. Все идите. Давайте. Я не могу с вами. Сейчас бы еще Кристинку сюда. Ой, Кристинку, господи, Дашу вообще бы. Марина говорит, давай снимай машину. Я говорю, Даши с Олегом не хватает. А, сейчас бы Жанка здесь была. Жанка бы здесь вообще уписывалась. Ну давай, пожалуйста. Давайте, идите уже. Идите. Холодно. Долгие проводы, лишние слезы. Долгие проводы, лишние слезы. Ту-ту. Блин, конечно, поезд. Ну, Кристина говорит, вообще пипец. Ну, вон я уже это засняла там Саратов. Вот ты засняла? Да. Поехали с тобой, что ли? Куда я тебя? Счастливое будущее. Ну, вон нахуй не Саратов, с ним будем. А нас не видно. Хочется, чтобы видно было. Давай, Испанию. Давай. Это ты к себе. А. Это к тебе повернут. Ну, надо прощупать.
удачной дороги нам. Счастливой дороги. С новым началом. Чтобы везде мы все успели. Хоть у нас и есть где в Москве остановиться. Но я думаю, что нам лучше прямиком попасть сразу в Испанию. Нет, дело не в этом. Нам успеть все по жизни, я думаю, ты имеешь в виду. Нет, я имею в виду, мало ли там что-то поезда как работают. Да ну. Чтобы все было хорошо. Давай. Все. Удачи. Удачи. В 2020 году. Ой, какая слушай, красота. Знаешь, что сейчас это? У тебя же нет? Я вон не засняла, там был большими буквами красными. Работа проводником и номер телефона. Боже что мой, я представляю, там сколько они зарабатывают? 2015-17, наверное. Для Саратова это, наверное, уже неплохо. Для маленьких деревень каких-нибудь, в принципе. Мусорка тут же рядом. Ладно, девочки и мальчики. Увидимся с вами, наверное, или в самолете, или в Испании. А другое дело реальность, где люди каждый день живут. Посмотрела, что все здоровье не очень. Сейчас это скидки большие. Вот я себе тоже начну. Да в фирменном магазине аппетита. Что там? Белуа. За окном. Ну, зима, наверное, наступает. Какое сегодня? 9 января 2020 года. Хочу сказать, в прошлый раз сели. Мама, мы на девятке ехали или на чем? На девятке, да? Тоже 137, по-моему. Да. Мы ехали, было очень жарко. Мы ехали в плацкарте. Сейчас едем в купе. Вообще холодно, что-то вообще не прохладно, да. Чуть мурашки. И я даже, да, вот одела вот это все, что было сверху, тепленькое. Чайком мы греемся, поэтому, да? Мы привыкаем к Испании, к климату, чтобы нас потом не шибануло, да? Ну, как там говорят? Тут очень жарко, а там потом очень холодно. Как говорят, если находиться в прохладном помещении, то дольше сохранишься. Ну, правильно, я вся высохла, нафиг тут вообще. Нафиг. 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 Вообще все белое, вообще даже не видать это. Где земля, а где небо. Вот это да. Соединяем. Все слилось. Свет включается. Все, 2 секунды, и у меня память заканчивается. Нет, я тебя не снимаю. Все никак не доделают. Долго не завозили, его никак не доделают. Дают теплую воду и 1/3 стаканчика наливают. Нажали буратино. Буратино вообще, он не сладкий, ничего. Мы ожидаем вас около этого автомата. Позвоните нам по этому же телефону. Это что за ерунда? Это который раз у вас здесь такие проблемы? Ждем, иначе идем жаловаться вышестоящим органам.
Вот в аэропорту уже купили газировки. Какашку какую-то нам выдал, 50 рублей взял. Полстакана налил, еще и не сладкая. И теплая. Ни горло не промочили, деньги потратили. Зашибись бы. Всегда кто-то пишет, вот вы негатив, только один рассказываете. Ну извините, я рассказываю в жизни, как и есть. Да, я рассказываю по жизни. То, что происходит, то я рассказываю. Когда хорошее что-то происходит, я хорошее рассказываю. Только, в общем, разбираем чемоданы. А мы тут елочку, представляете, отыскали. Такую красивую. И совсем-совсем почти новую. Бесплатненько. Сейчас вот украшу, будет очень здорово. Надо было из России еще взять мои огоньки. Я их, блин, взяла и не взяла. Представляете, обидно. Надо было как-то это слушать. То, что мне говорит моя интуиция. Вот, сейчас я ее такими ягодками украшу. Будет нарядненько. Вот что у меня получилось в итоге. Хорошенькая такая. Вообще. Я прям даже не ожидала. Прелестно. Сейчас внизу еще поставлю эти. О, что мы купили-то? Все эти разных мы купили. Мандаринов. Где у нас мандарины? Апельсины вчера купили на базаре. Мандарины. Мандарины, по-моему, 3 килограмма, да? Там, по-моему, было. Да. Вот эти 5. За 2 евро взяли. 5 килограмм апельсинов. Так что праздники продолжаются. Всех с наступающим крещением. Бенвенидо, Испания. Ой, какая красивая. Такие прям... Я бы в детстве прям обалдела бы от такой куклы, если бы мне подарили. Супер. Привет. Это совсем другой день, но я просто хотела объяснить то, что мы были у, называется, Традуктор Хурадо. Нужно было перевести всего один листик. Это, получается, лист формата А4 с двумя страницами. На одной стороне, на другой. У меня от холода, кстати... Видите, руки фиолетовые стали, замерзли. Вот, и выставили нам цену вот в этом офисе, который я вам показала. Травма называется. 320 или там 280-320 евро за этот лист формата А4. В общем, мы, короче, впоследствии нашли через интернет, я искала, где официальные источники, официальный весь перечень этих всех Традуктор Хурадо. Хурадо — это именно не просто переводчик нужен, а именно юридический. Он совмещение как с нотариальным таким переводом дается сразу. Сразу скажу, хочу сказать то, что если вы едете в Испанию и вы хотите, например, подешевле сэкономить и перевести это все где-нибудь у себя в стране, вообще сразу откажитесь от этой мысли. Лучше сразу один раз перевести здесь сразу в Испании, чем по 10 раз вы будете деньги отдавать, потому что, скорее всего, все эти переводы не принимаются. Это уже было проверено неоднократно еще до этого, поэтому мы этот перевод решили сделать сразу здесь, но потом я нашла переводчика, который перевел нам за 80 евро, это уже, по крайней мере, не 300-350. Все, что я хотела сказать. Всем хороших праздников, сегодня 23 февраля, поздравляю всех мужчин с праздником и желаю всем хорошего настроения, пока-пока.